Хадсон выполнил задание в Каулуне. Он раскрыл планы Драговича. Новый 6. Ядовитый газ, который убивает любого человека за считанные секунды. Оружие Драговича. Вернемся во Вьетнам, Мейсон. Виктор Резнов был еще с тобой после бегства с военной базы? Резнов был со мной все время. Ты уверен? Север. Мы пошли на север. Вьетконг. Ха. Нас подстрелили. Резнов пережил даже это. Прихвостень Драговича, Кравченко. Он ожидал нас. Это Хоутл 9-1. Терпим крушение в секторе Браво, Танго 7-9. СОС! СОС! Дэвид, ты жив? Не молчи, Дэвид, скажи Бен, что-нибудь. Ты как? Черт! Моя нога! Кровотечение! Нужна помощь! Мёртв. Чёрт, они идут! Мочи, ублюдка! Отвалить отсюда! Эта штука вот тут! Мы тонем, на чеку, Мейсон, враги рядом. Это либо прямо по курсу, в укрытие. Я поднимусь повыше. Поищу комплекс Кравченко. Понял. Держись рядом, Виктор. Лима 9 X-Ray. Это Виски. Ответьте. Это X-Ray, Виски. Прием. Вудс. Мы уж думали, больше тебя не увидим. Какие планы? Вы зачищаете юго-восточный периметр и встречаетесь с нами в точке сбора. Понял. Виски на подходе. Точка сбора прямо впереди. Боуман должен ждать нас там. Не шуметь, используйте ножи. Чарли. Драгович, Кравченко, Штайнер. Эй, Чарли! Шутка далека. Мейсон, докладывай. Где-то рядом с деревней расположен военный аванпост.
под командованием генерала Кравченко. Они сбивают наши самолеты. ЗПУ? Уберем ее и вызовем вертолеты. Виски, вы держите мост и реку. Мейсон и я — западный периметр. Встречаемся в деревне через 5 минут. Все ясно? Виски, ко мне. Пока, ребята. Восточный берег чист. Идем к мосту. Сьерра у северного периметра. Экс-рей на западном фланге. Время 3 минуты. Разделимся. Я пойду наверх, ты перейди реку, заложи пластид. Вас понял. Заряд заложен и в полной готовности. Сьерра на позиции. Виски готовы. Экс-рей на месте. Детонатор у тебя? Вот он. Я им подарочек оставил в топливной цистерне. Пошли! Уже давай попробуем это. Смотрите внимательно, ищите ЗПУ. Не высовывайся. Пошли, Мейсон, за мной. Чисто. Противник на крыше. Мейсон, сними их. Мейсон, занять позицию. Лево, Мейсон! Разберись с этими ублюдками! Найди укрытие! Как? Окоп! Впереди! Швырнуть гранату в этот окоп! Противник лёд! Нет! Он бьёт! Контакт погашен! Он куда? Второй! Сюда вон! Ну, брось! Вот, ахаэн! Бай! 1-0, это Боуман! У нас ЗПУ на реке! Мейсон, шевели! Мейсон, гранатомет! Вот чёрт! Долбанём по ней! Мейсон!
Доберешься до 202-го? Я не могу высунуться! 1-0. Гнездо чисто. Можете заходить на цель. Вас понял. Либо 9 экстрей, это Кентукки. Хорнеты на подходе. Зима-9, не высовывайтесь. Сейчас будет жарко. Сниму северного периметра. Сьерра, зачистили северный периметр. Движемся к деревне. Слева! Цели на крыше! Сьерра на позиции. Есть! Босс! Постол в укрытии! А ты не зон? Поднимите туда крана! Кто-нибудь! На пристани чисто! Идем дальше в путь через эту хижину! Мейсон, давай вперед! Мейсон, сюда! Зачистить остальную часть деревни! Анакула! Дай порой! Сучица! В укрытие! Есть контакт! Вперед, хижине! Пошли! Граната! Мейсон, проверь эту лачугу! Контакт погашен! Зачаю! Отчугой! Готов! Он труп! Впереди тоннель! Вижу! Чарли, на 9! Иду, ама! На дай а! О май гад! Дай! На что? Не сюдой! Окей, отходи! Где-то! Окей, сюдой! Дай, он устал! Впереди тоннель! Вижу! Очистить тоннель. Я этим займусь. Свифт, ты со мной. Ладно. Хорды-то пока пусть покружат здесь. Пошли. Лима-9, это X-Ray. Рекогносцировка, радиус 3 километра. Понял вас, X-Ray. Вот. Возьми. Держись. Мы найдем Кравченко. Не подставляйся только. Боуман, вперед. Пошли. Этот сукин сын свое отвоевал. Свети ровнее, Мейсон. Стоп! Резнов, ты чуть под пулю не угодил. Один в поле не воин, Мейсон. Я попробую пробраться. Ладно, только ступай потише. Да что с тобой такое? Мейсон, тебе надо собраться. Утс, ответь. Слушаю, Мейсон. Свифт мертв. Тут кишмя кишат витконговцы. Лима-9 прочесывает местность. Никаких следов Кравченко. Утс, как слышишь меня? Черт. Где же твой друг Свифт? Мертв. Не время скорбеть, Мейсон. Здесь явно поработали советские специалисты. Мы на верном пути. Вот! Помоги сдвинуть! Осторожно, Мейсон. Слышу противника. Твоя
твоя очередь, друг. Я за тобой. Мы совсем близко, Мейсон. Куда идти, Резнов? Доверься инстинктам, Мейсон. Передовой комплекс Кравченко. Похоже, тут никого нет. Кравченко ждал нашего появления. И спешно покинул это место. 4 февраля 1968 года. Кравченко. Полученные от доктора документы Резнов, мы уходим. Значительного успеха. Проведенные недавно полевые испытания на местном населении показали, что данная разновидность Нова-6 является наиболее эффективной из всех. Как и в случае с испытаниями на животных, проводившимися нами на острове Возрождения, начальные симптомы у подопытных оказались в точности такими, как мы ожидали. Через 30 секунд после вдыхания газа подопытные начинают испытывать внезапную острую боль, вскоре после чего резко падает кровяное давление. Это вызывает жар, тошноту и рвоту. Через 60 секунд на коже начинают появляться волдыри. Затем происходит отшелушивание, отслоение и депигментация кожи по всему телу объекта, что означает наступление эпидермального некроза. На этом этапе у нас получилось лишь ненадолго продлить жизнь подопытного методами агрессивного хирургического вмешательства. Но даже хирургическое удаление пораженного участка ткани не помогает предотвратить дальнейшее распространение яда. Среди взрослых мужчин скорость разложения ткани является примерно одинаковой. Однако наблюдения показали, что у детей ткани разлагаются быстрее. Время их жизни после воздействия газа составляет, как правило, от 30 до 45 секунд. На основании проведенных опытов мы можем сделать вывод о том, что у нас появилась эффективная формула, которая будет действовать даже в регионах с более жарким климатом. Сообщите о наших успехах доктору Штайнеру. Конец сообщения. Черт! Пошли! Пошли! Кравченко там все заминировал. Экс-рей, как слышите меня? Вот черт! Быстрее, Мейсон! Не хочу, чтобы эта крысиная нора стала моей могилой! Мейсон, да что там произошло? Мы наблюдаем огонь в тоннелях. Где вы сейчас? Мы будем кружить над местностью. Сядем, когда увидим вас. Нам придется землю рыть, чтобы выбраться отсюда. Копай, Мейсон, копай! Черт! Кепконговцы, Мейсон! Где вы, Вудс? Давай, давай! Валим отсюда нахрен! Действовал заместитель.